Уважаемые жители Новосибирской области, дорогие новосибирцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий год для нашего региона, как и для всей страны, стал временем вызовов и испытаний. Мы учились жить в новых непростых условиях. И сегодня с уверенностью можно сказать, что Новосибирская область достойно преодолела этот период. И каким бы сложным ни был уходящий 2020 год, он сделал нас сильнее. Давайте сохраним то хорошее, что он смог нам дать, оставив позади проблемы и сложности. Мы продолжим идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом. Дорогие земляки, пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на вашем пути будет как можно больше добрых друзей и позитивных событий. Здоровья вам и вашим близким. С Новым годом! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. С тревогами и большими материальными сложностями. С переживаниями. А для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод. С гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. С осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми. Дружба и доверие между нами. Этот год мы прошли вместе. С достоинством. Как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже повзрослевшие. Это наши друзья и коллеги. Бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома. Но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать,
чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также неустанно, с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах, находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом. О мире и благополучии. О счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог. Для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником! Дорогие друзья!